Вот все-таки мы поговорим о другой составляющей электросилы. Вообще-то надо полагать, что наши слова благодарности – это идеальный вариант для хозяина. Потому что если мы говорим благодарность, то люди сюда и приходят. Но давайте все-таки определимся, с чего все это дело началось. Мы про это дело не говорили, но сегодня сейчас я говорю, что если вам необходимо будет настоящий качественный ремонт, в котором вы дома поменяете целиком всю проводку, то дешевле и качественнее, чем электросила, для вас просто не существует. Такова наша жизнь. Не верите? Сейчас я вам все это дело потихонечку объясню. Я, конечно, все понимаю, но электросила в основе своей была заточена под ремонт. Зря. И посмотрите, все это на рекламе. Это, в принципе, логично. Но какой вариант работы? Зная здешние цены, они, мне так кажется, минимальные в Урало-Сибирском регионе, надо думать и о большом строительстве. То есть это реально крутые комплексы от 1000 квадратных метров. Вот о чем мы думаем, когда говорим об электросиле. А вот это надо видеть. Вот это надо именно видеть. Потому что с вашего счетчика начинается ваше электричество в вашем доме. И зачем вам ставить счетчик просто? Поставьте его в нормальную коробку. К слову о том, что в эту нормальную коробку вы спокойненько можете внедрить вот сюда, допустим, да? Сбоку. Все необходимые вам разъемы. Ну, это у меня трехкомнатная квартира. Можно, кстати, и для большого дома все это сделать, разделив все это дело по этажам. К слову о том, что есть даже электрические выключатели, которые сами отрабатывают. Или вы думаете, что время вот этих предохранителей прошло? Ну, в действительности прошло. Забыли уже про них. Потому что сами выключатели срабатывают, когда у вас происходит короткое замыкание. Они сразу же выключаются. То есть, в принципе, даже если вы можете попасть, ну не дай-то бог, в любом случае с вами ничего не случится, потому что быстрее всего сработает именно выключатель. Это очень хорошо и красиво. Посмотрите, сколько это. Да здесь не благо... Сейчас не торопитесь, я сейчас покажу, естественно. Но даже для тех, у кого все-таки есть обыкновенный предохранитель, здесь есть другая штука под названием такой же предохранитель, только самовыключающийся. То есть не существует в природе событий под названием предохранители как таковые. Зачем? Когда все работает. Все работает, и вы можете себе это позволить. Сейчас покажу сколько. Все. От и до. Все. Любые, как и разные по размыканию и срабатыванию выключателей. Еще раз говорю, любые. У меня, кстати, ремонт также сделан. Можно даже комнаты с санузлом отключать. И не дай-то бог, и ничего не произойдет. Мало того, свет будет всегда. Зашли зачем? Я зашел за розетками двойными. То есть у вас ремонт, да, дома? Да, у внука. У внука меня ремонт, да? Да. А вы понимаете, да, что в принципе... Почему вы зашли именно в электросилу? Ну, я рядом живу и привык сюда ходить. То есть и ценники, и все остальное? Ну, оно примерно одинаковое, наверное, везде. А мне так кажется, я просто, посмотрев внимательно, понял, что, в принципе, дешевле, чем в электросиле, еще найти-то надо. Даже не в Магнитогорске, а в целом Уральско-Сибирском регионе. Ну, вполне возможно, я мало посещал. Я понял, да. Электротовары. Другим. Вам и этого хватает, да? Мне этого хватает, да. В принципе, мы говорим, что вы сантехник, да? Да. Но удлинитель вам тоже необходим? Необходим. То есть куда идем, в электросилу? Ну да, в электросилу. Самая забавная ситуация именно здесь. Именно здесь. Потому что это огромное предприятие. Это не предприятие. Здесь, наверное, две или три квартиры сделано в одно помещение. Потому что именно... Когда все это сделано в одно помещение, вы должны сюда прийти и понимать, что йо-йо-йо-йо-йо-йо, так круче-то и не бывает. Круче не бывает. Есть различные конторы, которые занимаются этими делами в стройдворе. А электросила этим делом не занимается. У них два замечательных магазина. Один здесь на Комсомольской, 17. К другому мы сейчас приедем.
чтобы вам показать общее количество того, что есть. Общее количество того, что есть, это просто... Да, если у вас есть все в цвете серебра, если у вас цвет дерева, их много разных, раз, два, три, пожалуйста. Если белый цвет, не проблема. Если что-то надо, да вы просто приедьте. Перед тем, как вы будете заниматься ремонтом, еще раз говорю, вы сюда заедьте, посмотрите и уже соберите вам то, что нужно. Это будет очень интересно, когда человек не поймет, точнее, он должен был бы понимать, но не поймет, откуда взялось электричество. Потому что оно все сделано в тон с вашими основными деталями интерьера. Это очень круто. Это реально круто. Если бы я в свое время знал про электросилу, я бы, конечно, сюда бы и пришел. Потому что, ну, не все у меня попадает четко в такт. К сожалению. Ну, бывает. Первоначально надо подумать. Этого не просто много. Это от «не балуйся». Любые цвета от разного хрома до разноцветия из различных пород дерева. То есть все ваши фантазии вы найдете в электросиле в двух местах. Будь это на Комсомольской 17 или на Вокзальной 5. Как говорится, любое ваше желание. Еще раз подчеркну. Любое ваше желание вы внедряете вместе с электросилой. Вам нравится электросила? Да. Так точно. Что вы сейчас смотрите? Розетки прям очень нравятся. Очень нравятся. Обожаю, да? Розетки. Да. А их много разных, правильно? Да, прям. Очень много. То есть, в принципе, как бы неплохой вариант, да? Хороший вариант. Интересная тема не только для людей, у которых свой дом. Не обязательно. Свой дом это, ну, в принципе, может быть там, грубо говоря, чтобы это было круто. Ну, чтобы совсем было круто. Три фазы на 10. Больше-то и не нужно. Вряд ли вы сможете себя так перегрузить. А вот остальные штуки, к слову о том, что электросила не только работает именно на вас. Зачем? Если у вас свой бизнес, то, что вам необходимо сделать, и это тоже все для вас. Любые провода, причем они есть в наличии, и все. Уже для серьезных таких вещей, где и сварка, и все остальное, замечательные 5 на 25. На 25, там можно сварочники серьезные таскать по самые кривые помидоры. Да, это обыкновенные силовые кабели. А есть еще соединительные. Все, никаких проблем. Все, что нужно, есть здесь. Есть здесь. Ну и для тех, кто занимается автомобилями. Вы думаете, что про вас забыли? Нет, про вас не забыли. Есть и все для вас. Особенно для тех, у кого иногда случаются в голове различные приколы. Что только различного типа медные кабеля вам нужны. Есть все медные кабеля. Все есть. Все есть. От и до. Ну а ценники, ну вы еще посмотрите, проверьте где-то. Вдруг окажется, что где-то ценники выше. Тогда только в электросилу. И вопрос такой. Почему вы сюда приходите? Тут удобно. Удобно, да? А товара много? Нужного и качественного. Нужный товар, качественный товар. И недорогой. В общем-то, главное выбор, что есть. А еще и выбор тоже хорошо, да? Да, да. Вы пришли в электросилу зачем? Чтобы приобрести электрооборудование небольшое. Но оно есть. Оно есть. Здесь всегда все есть. Это всегда очень есть. Хороший магазин, да, и цены здесь отличные. Еще больше интерес, естественно, вызывает постоянные покупатели. То есть их здесь реально много. Очень много. Видите, везде и всюду ходят, это все абсолютно нормально. Мало того, когда вы что-то видите за моей спиной, чего-то не хватает, вы не беспокойтесь. Здесь служба доставки здесь так, щелк и завтра, щелк и сегодня вечером, щелк и, может быть, днем. То есть, ну, красотища и то, что нужно именно для вас. Потому что, давайте все-таки определимся. Будем определяться. В голове у каждого товарища, каждого человека есть свои мысли. А может быть, они еще и круче у меня. Такие вещи тоже приветствую, кстати. Я хочу, чтобы зрители мои были немножко круче, чем я. Кстати, мне это больше нравится. Потому что я знаю наш город Магнитогорск. Очень хороший город Магнитогорск. Своеобразный, интересный.
и в некотором смысле даже прикольные в чем-то. Пусть они будут круче, чем я. Потому что даже если у вас в голове что-то свернулось, вы можете пройти в электросилу и заказать себе то, что вам нужно. В различной ценовой категории и различных цветов. Вот тут-то новые идеи. Идеи рождаются. И поверьте мне, реализовываются в электросиле. То есть тут нужно понимать, человеки от новинок работают с новинками. И поэтому после посещения электросилы всегда, повторяю, всегда я хочу вернуться. Это как стиль лучшей жизни. Без таких вариантов идеала не будет. Не будет, и все. Но не буду говорить об весьма интересных фактах, мною сегодня здесь и обнаруженных. Я еще нигде и ни разу не видел черные выключатели. Я их просто в природе своей не видел как таковые. Но, возможно, эти черные выключатели вам необходимы для того, чтобы были такие комнаты страха. Да-да-да-да-да, потому что даже в темноте вы все равно что-то видите. А когда еще черные выключатели будут, еще в темноте, то все, приехали. Особенно после света, все. Но с другой стороны, очень интересная тема. Вы знаете, есть возможность, я неоднократно это видел, когда это новый элемент тюнинга. То есть не обязательно стены должны быть белыми. Вы можете их сделать темными цветами. И в этих темных цветах вы знаете, где стоит выключатель, никто не знает. Представляете, вы-то знаете. И в случае чего знаете, как их включить. А фулюган не понимает. Клево, просто интересно. Вау, красиво. Но других вариантов, я, честно говоря, не доезжаю и не понимаю, о чем идет речь. К слову о том, что вот здесь есть замечательная штука с внешними разъемами. Да, цвет другой, но разъемы на заземление здесь присутствуют. Не видел. Ну, не видел и все. Постоянный клиент, да? Да, сколько лет уже? Часто. Часто, да? Часто. И бегать никуда не надо? Ну, я и не бегаю. Вот сюда приезжаю, все. И все, и нормально? Да, сколько лет уже. Постоянно. Потому что я сам строитель. Сами строитель, да? Да. И мне часто приходится. И всякие эти, как говорится, фитинги, ящички, провода. Ну, в общем, все, что нужно. Все, здесь, что нужно, все есть. Все здесь. И в приемлемых ценах, и скидки есть. Да смотрите на меня. Да поймите. И у меня тоже возникают проблемы. О, как бы вам технично-то донести до сведения. Все красиво. Все замечательно. Да все изумительно. Но отдельные вещи я бы себе купил. Потому что иногда такие чудеса дивного творчества, а чудеса дивного творчества, знаете, где иногда смотрю? Пикабу. Но можно за чудесами дивного творчества зайти в электросилу. Потому что здесь есть чудеса дивного творчества. Чудеса дивного творчества вам необходимы в машину. 100%. Это однозначно. Другой вариант. Есть такие вещи просто даже не буду ничего говорить. Ничего не буду говорить. Не смогу передать. Зайдите, посмотрите. Интересная тема. Вы покупаете вещи, да? Да. Интересные вещи? Нормально. А вот различные примочки тоже? Такие вещи, которые я вообще в природе не видел? Нет, я всегда... Да, бывает. Бывает, да? Да. То есть можно сказать, что можно... Интересные. Интерес сюда можно заходить постоянно. Да, интересные вещи бывают. О, дайте мне возможность, я вам покажу склад. И после того, как я покажу вам склад, ваши мысли пообсякнут. Я имею в виду, что круче и больше, ну, по крайней мере, в Магнитогорске, вам ничего не найти из электричества разного. Понимаете, я делаю на лучшую перспективу, а вы, работая с электросилой, ее и видите. Не нужно внедрять и кормить прораба. Возьмите все, и вам станет удовольствие больше и по цене, и по качеству. Да-да-да-да-да-да-да-да. Оказывается, что в электросиле на вокзальной 5 есть два входа. Тот основной с вокзальной, а можно еще и сзади прийти. Потому что, как бы вам сказать, вот оттуда и до сюда это весь огромный склад.
Ничего не будем говорить, но понять надо. Это просто изумительное место для торговли. К слову о том, что мы вам неоднократно говорили про ценники. Ценники в Электросиле дешевле. Дешевле, чем во всем Урало-Сибирском регионе. Потому что работают по китайскому грамотному правилу. Продавая много, клиентов будет очень много. Мы даже ничего не будем говорить. Наши клиенты вам сегодня то же самое все это дело объяснили. Сколько этих клиентов. И у всех благодарность. Потому что они работают вместе с Электросилой.